Получить региональный материнский капитал теперь станет гораздо проще. Заявление можно будет отправить по почте или через интернет-портал муниципальных услуг. Сейчас нет необходимости представлять самому гражданину подтверждение о регистрации, о месте проживания, сведения о месте проживания. Это становится обязанностью самого органа власти, территориального органа власти, куда обратился гражданин за получением сертификата регионального материнского капитала. Таким образом, исчезнет бумажная волокита, и многодетные родители быстрее получат необходимые средства. Напомню, в этом году региональный материнский капитал в Свердловской области составляет 110 тысяч рублей. Он выдается с 2011 года. Кроме того, на заседании правительства решено улучшить условия учебы для детей с ограниченными возможностями. Более чем в трех десятках школ закупят необходимую мебель, установят подъемники и пандусы. Это обойдется в 30 миллионов рублей из федерального бюджета и 17 миллионов выделят из областной казны.